Ищите хостинг для сайта. Обратите внимание на Handyhost. Этот хостинг с очень дружественной поддержкой, которая поможет по многим вопросам. Он идеально подойдет для начинающих веб-разработчиков. Handyhost ⁇ это проверенный временем провайдер с отличной репутацией. По ссылке в описании вы можете получить 60 дней хостинга абсолютно бесплатно для тестирования и разработки ваших сайтов. Для этого заполните форму. Это займет всего одну минуту. Регистрируйтесь! Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео я хочу показать вам платный компонент для Joomla 4 от компании Joomla Art, с помощью которого вы сможете преобразовать Google шрифты, которые используют, допустим, ваш шаблон, в локальные шрифты. И все это делается в автоматическом режиме. Зачем это нужно, как компонент работает, давайте посмотрим подробнее в этом видео. Итак, переходим на мой тестовый сайт, посмотрим процесс установки, переходим в система, расширение. После приобретения у вас будет три архива, компонент, фон, пакет и систем, системный плагин. Устанавливаем компонент и остальные два плагина. Просто перетаскиваю их в эту область, систем-плагин. У нас с вами все установилось, системный плагин включается автоматически, там настроек никаких нет и компонент будет находиться у нас вот здесь, вот видите, я фонс. В данном случае я использую шаблон родной Joomla 4, Casio и откуда идут шрифты, да, изначально. Давайте посмотрим. Перейду в система, стили сайта. Вот мы видим, что шаблон по умолчанию. У вас может быть любой другой шаблон. Как правило, шрифты идут у нас в настройках шаблона, какой бы мы ни использовали. И, как правило, все шаблоны, они подключаются к Google шрифтам. И здесь то же самое. Здесь их всего три. То есть внешний это вот этот, который сейчас используется, да? И роботу. И есть еще локальный робот. Естественно, если у вас какой-то коммерческий шаблон или любой другой бесплатный шаблон, у вас будет тут гораздо больше выбора шрифта. Допустим, вы сайт настроили, вы выбрали здесь шрифт, который вам подходит. И зачем нам этот компонент? А дело все в том, что это еще один пунктик, еще одна галочка для ускорения сайта, для производительности. То есть, когда шрифт у нас будет локально, то есть шрифт будет загружен на хостинг, мы сильно-сильно влияем на скорость загрузки сайта, потому что любое подключение к любому сервису Google шрифты, Google иконки, Google карты, Google видео или другие сервисы Яндекса, все, что у нас подключено, это никак, допустим, если не закишировано специальным образом, то это все будет нагружать сайт. Поэтому этот компонент очень полезный. Давайте убедимся. Вот мы видим, что этот шрифт у меня назначен. Я перейду на фронтальную часть сайта. У меня есть специальное приложение для браузера, которое подсвечивает шрифты на сайте. Я могу просто ткнуть мышкой в любое место и увидеть, какой шрифт у меня используется. Вот здесь вот видите фонд Family. И действительно мы видим, что используется мой шрифт. Но пока что это шрифт тянется от Google. Допустим, этот шрифт, ну как бы меня устраивает, но хотелось бы, чтобы он был у нас локальный, да? Переходим в компонент. Как работать с данным компонентом? Здесь всего две кнопки: Scan Fonts — это сканировать шрифты, то, что нужно сейчас сделать, и кнопка Clear Fonts — очистить шрифты. То есть, по нажатию этой кнопки мы просто можем вернуться в исходное положение и использовать просто Google шрифты, как и раньше если это потребуется. Здесь краткое руководство на английском языке. Мы нажимаем с вами один раз на кнопку «Scan Fonts». Здесь идет процесс в автоматическом режиме. Нам ничего делать больше не нужно. Нам нужно лишь дождаться, когда все закончится. И вот здесь вот галочка будет светиться зеленая. И мы видим, что здесь действительно поставщик Google. Мы видим название реально. Это тот шрифт, который используется сейчас в настройках в моем шаблоне. Ожидаем, когда у нас это все закончится. Здесь нам говорится, что все хорошо. Видим зеленую галочку. Можем обновить админскую часть. Все, этот шрифт уже работает локально. Мы его просто скачали, по сути, на хостинг. Тем самым мы должны сильно увеличить производительность. Обновим сайт. И еще раз я посмотрю, что действительно работает тот самый шрифт, как и работал. Как и до этого мы с вами видели. Но только это уже не Google, это уже локально. И мы это можем с вами проверить. Я перейду на хостинг в корневую папку своего сайта, дальше я перейду в папку медиа, дальше находим папку компонент я -фонс». заходим фонс, Google. Раз мы видим эти папки, они же у нас находятся на хостинге, все, это локально, это я тестировал все шрифты, шаблоны, выкачил их все сюда. То есть вот этот шрифт, все они в разные стилистики, все загрузились и уже... То есть мы как бы отключились полностью от Google. Возвратимся в админку. Допустим, вы решили все вернуть по умолчанию, чтобы использовать, как раньше, Google шрифты. Нажимаем на эту кнопку «Очистить», нажимаем «Подтвердить действие». Еще раз нажимаем на кнопку «Ок». Здесь все очищается, и мы автоматически возвращаемся в исходное положение, и вновь шрифты работают от шаблона Casio Pio, которые подвязаны к Google шрифтам. Вот такой вот простой, незамысловатый компонент, очень крайне полезный. На этом я видео заканчиваю. Надеюсь, оно вам было тоже полезно и понятно. Мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока, друзья.